Здравствуйте! Нам часто задают вопросы те, кто только ступил на истинный осознанный путь веры. Один из них – как надо молиться дома, какие читать молитвы? На этот вопрос отвечает иерей Яков Коробков, клирик Спасского женского монастыря. Часто люди спрашивают, с чего начинающему христианину начинать свое домашнее молитвенное правило? Какие молитвы читать, в какой последовательности? Можно ли сокращать те утренние и вечерние молитвы, которые приводятся во всех молитвословах? И вообще, как к этому подступиться? Сам по себе вопрос очень хороший, и ответить на него можно многообразно. Я здесь не претендую на какую-то полноту истины и привожу один из вариантов ответа. Начал бы я с принципа разумной постепенности. Принципа разумной постепенности, которым, думаю, стоит руководствоваться вообще во всех сферах человеческой жизни, в том числе и жизни церковной. Поскольку нередко бывают случаи, когда человеку новоначальному, только-только делающему первые шаги в церковной жизни, бывалые люди начинают вполне искренне и горячо советовать целые перечни, обширные, подробные перечни замечательных молитв, которые требуют читать утром, в продолжении дня или же вечером. И иногда человек с горячностью и охотностью принимается за это новое для него дело, но иногда, к сожалению, бывает так, что человек со временем просто надрывается. Надрывается, подобно тому, как может надорваться спортсмен, неподготовленный к взятию большого веса, и вдруг решивший одним храбрым, отчаянным рывком поднять его во что бы то ни стало. Чтобы избежать вот этого возможного охлаждения и, как следствие, просто разрыва с всякой церковной жизнью, лучше как раз упомянутым принципом разумной постепенности руководствоваться. Что это значит? Как поступил лично я, если бы сейчас делал бы свои первые шаги в церкви? Перво-наперво я отправился бы в церковную лавку и искал бы во что бы то ни стало такую замечательную книгу, как «Толковый молитвослов». Дело в том, что обычных молитвословов великое множество. Они изданы разными издательствами, по-разному выглядят, разного объема и содержания, но вот толковых, то есть с толкованием, с переводом, среди них, к сожалению, немного. Это редкий вид, который нужно найти, и которым с помощью которого только и стоит, на мой взгляд, делать первые шаги в освоении церковных молитв. Что собой представляет такой церковный толковый молитвослов? Это, по сути дела, книга с параллельным переводом. Книга, в которой наряду с церковнославянским текстом приводится и его русский перевод. А возможно, иногда и какие-то комментарии, пояснения, сноски, которые делали бы для нас древние, а поэтические молитвенные тексты хотя бы сколько-нибудь понятными. Почему это так важно? Христианская молитва есть беседа, собеседование, таинственный разговор человеческой души с Богом. И в нем, как и во всяком искреннем и живом разговоре, важна не столько словесная формулировка, сколько мысль в эту формулировку облеченная. Смысл первичен, и поэтому так важно, чтобы до нас доходил смысл написанных не нами текстов. Причем доходил и был понят нами настолько, чтобы мы могли древние церковные молитвенные шедевры возносить к Богу, словно это наши собственные слова, словно это мое воззвание, словно это мой зов к Богу. Это недостижимо, на мой взгляд, без того, чтобы понимать, просто понимать написанные слова. А для многих людей церковнославянский язык, к сожалению, затуманивает, несколько затушевывает смысл написанного, и появляются белые пятна, лакуны. Здесь понятно, здесь нет. Здесь человек понимает, о чем речь, а здесь он просто сбит с толку. Чтобы вот это недопонимание преодолеть,
необходим либо словарь церковно-славянского языка и умение работать со словарем, либо толковый молитвослов. Причем, на мой взгляд, последний полезнее. Итак, я бы первым делом приобрел толковый молитвослов, вторым делом я отметил бы буквально карандашом для себя те немногие молитвы среди утренних и вечерних, которые мне на настоящий момент, сегодняшнему мне, наиболее понятны, близки и на которые сердце мое как-то резонирует, как-то отзывается, которые не оставляют меня равнодушным. Я их пометил бы себе, сколько бы их ни было, 1, 2, 3, 5, неважно сколько. Мы здесь берем не числом, а умением. И вот эти несколько молитв составляли бы для начала для меня какое-то молитвенное правило. Оно в идеале должно быть, конечно, регулярным, ежедневным, не обязательно большим, но регулярным. А потом уже впоследствии, по мере возрастания, можно было бы этот список как-то расширять, дополнять и прибавлять к нему еще те или иные молитвы. Это первое. Второе. Третье, на что я всегда обращаю внимание людей, это замечательные слова Фамусова из «Горе от...» Третье, на что я всегда обращаю внимание людей, это замечательные слова Фамусова из книги Грибоедова «Горе от ума». «Читая не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой». Это принципиально важный момент. К сожалению, в некоторых храмах мы можем услышать прямо противоположное. Когда люди читают священные тексты, удивительные, возвышенные, святые слова, словно строчат из пулемета, бегло, не разбирая, о чем вообще говорится. Поскольку мы условились, что молитва есть разговор человека с Богом, то важно, чтобы этот разговор был красивым и осмысленным. Важно, чтобы мы совершали свою молитву, то есть свою беседу с Богом, не торопясь, а действительно с чувством, с толком, с расстановкой. Чтобы слова, прежде чем дойдут до неба, дошли бы до нашего собственного разума и сердца. И последнее, что я, наверное, ответил бы начинающему христианину, желающему приступить к освоению церковных молитв и знакомящемуся с молитвословом, это возможность молитвы своими словами. Об этом люди нередко спрашивают, а некоторые и вовсе предпочитают только своими словами и молиться. Но я бы сказал, что нужно, как говорил Христос в Евангелии, и то делать, и другого не оставлять. Хорошо молиться своими словами. И просто потому, что душа у человека поет, и окрыленная действительно возносится к Богу с какими-то своими, идущими от сердца словами. И просто потому, что на все случаи жизни невозможно было бы составить готовых молитв. Но помимо этого, важно, чтобы человек не просто молился, просто как Бог на душу положит, а чтобы человек молитве учился бы. А учиться всегда лучше у мастеров, учиться всегда лучше на шедеврах. Приведу простой пример, знакомый всякому человеку, учившемуся в музыкальной школе. Всякий новоначальный наверняка пробует импровизировать, что-то подбирать на клавишах или на струнах. И поначалу получается, ну, мягко скажем, не очень. Просто по той причине, что человек еще не овладел этим инструментом. И он просто еще не знаком с той глубокой музыкальной традицией, которую до него накапливали люди веками. И поэтому он поначалу играет этюды, играет гаммы, играет многочисленные упражнения и знакомится с теми шедеврами мировой музыкальной культуры, которые составляют так называемые хрестоматии, учебники. И то, уже только потом, познакомившись со всем этим богатством, погрузившись в этот мир и сколько-нибудь пропитавшись всем тем, что составляет мировая музыкальная сокровищница, уже потом он приступает к импровизации, к экспромтам и к композиции, к сочинению музыки. И вот тогда это будет уже совершенно иного уровня музицирования. Примерно так же и с христианской молитвой. Важно видеть перед глазами образцы, настоящие шедевры того, как люди вообще взывали к Богу, с чем они к Нему обращались,
что считали важным, а о чем забывали, о чем просили, а что даже не упоминали, за что благодарили и в чем каялись, в чем просили прощения у Бога и так далее. То есть что вообще составляло сердцевину и средоточие христианского обращения к Богу. И вот поняв, сколько-нибудь прикоснувшись к этому, сколько-то напитавшись вот этой молитвенной средой и молитвенной культурой, человек уже совершенно по-другому будет обращаться к Богу и своими собственными словами.